Саша, начинается 2020 год. Кого ты хочешь поздравить? Я всех хочу поздравить с Новым годом. Кого, например? С Новым годом хочу поздравить всех своих знакомых, всех, кто знает меня. Поздравляю. Маму будешь поздравлять? Поздравляю маму своих с днем, с Новым годом. С Новым годом поздравляю я. Так. Боль осталась в душе. Это мой почти лучший друг. Мы февральские. Стоп! Рыбы. Ты рыба. А рыба. Я водолей. Стоп. Я 4 февраля, ты 29. 25. Ну мы обезьяны. Ты мне оставил. Обезьяны. Ты 92-й, я 68. Да. Но вопрос в другом, что ты мне боль оставил в душе. Да. Что вон там есть первая средняя школа, она там. И вот эти учителя, которые тебя прогнали с выпускного. С выпускного. За то, что ты не сдал. Сколько там надо было сдать денег? Надо было, да. Сколько? Денег. Тысяча или две? Ну да, 2000 рублей. Десятиклассникам сказали 2000 рублей. И директор школы пендалем Саши выгнал. И мы напились, я на себя волок тебя. Мне было больно за таких учителей. Капитализм пришел дикий, Сергей Рулев. Что ты Сергею Рулеву можешь пожелать? С Новым годом, Сергей Рулев! С Новым годом! Ты говорил что-то про кукан. С Новым годом! Ну, Сережки отменили миротворец, он не поедет туда, на Украине. На Украину, на кукан. Да. Ну, молодец, Сергей. Сергей Григорьевич, так продолжать. Ты великий журналист, ты великий комментатор. Он же там ходит, все снимает, разговаривает. Да. Ты видел, да? Да. Сергей Рулев, привет из Ярцева. Привет. Пророк. Привет. Не санбой, солнечный мальчик, а самбо. Это единоборство. Единоборство. Путин занимается единоборством. Да. Самбо. Самбой. Ну и вот так с Новым годом. Мы такая елочка. Самбой. Ну,